На территории России День воды стали отмечать с 1955 года под девизом «Вода – это жизнь». В эколого-биологическом центре этот день ежегодно отмечается под девизом «Вода – источник жизни на Земле». В этот день экологи призывают специалистов всех направлений объединиться для решения общей проблемы, связанной с загрязнением водных объектов планеты и страны, отметил в своем выступлении заместитель начальника городского управления образования Марат Даибов. Многое было сказано. Единственное то, что я нам всем пожелаю, чтобы мы берегли воду, в том смысле, что употребляли ее как положено, а не то, что, скажем так, да, разливали ее, где попало. Мне бы хотелось огромное спасибо сказать эколобиологическому центру в лице Альфаши Абоевича за ту работу, которую они сегодня проводят в данном направлении. Конечно же, всех учителей образовательных учреждений, которые с вами, дети, непосредственно работают. Хотелось бы сказать, давайте просто все вместе бережно относиться ко всем нашим природным ресурсам. Это основная наша задача. Директор эколого-биологического центра Алимпаша Омаров в своем выступлении сказал, что задача состоит в том, чтобы снизить потери воды и увеличить объемы переработки. Необходимо улучшить систему сбора и очистить сточных вод. Также, приурочив к этой дате, во многих школах города проводились различного рода конкурсы и выступления, оформляли стенгазеты, подделки и читали стихи собственного сочинения по тематике воды. Жила-была река, не мелка, не глубока. Неспокойно, не шумно, таких, каких немало, как она. На берегах галдел народ, и жизнь стекла полна забот. Росли дома из года в год, и не было бы им хлопот. Но стала речка погибать, а люди только наблюдать, как пластиковые берега пейзажем стали навсегда. Вот кто-то мусоромашину на берег сбросил и сбежал, другой отходы в речку вывел, лишь только бизнес не страдал. Река не может громко крикнуть, не станет жалобы писать, но равнодушие ее губит. Настало время выбирать. Мой завершается рассказ, призыв услышан, пробил час. Плечо к плечу, к руке рука, чтоб жизнь была жива река. Всемирный день воды празднуют с целью привлечения внимания общественности к всемирным проблемам загрязнения водных объектов, углубления знаний о состоянии наших водных ресурсов, мерах по улучшению их экологии. В завершении мероприятия руководство центра всем победителям и участникам конкурсов в преддверии Дня воды вручили грамоты и дипломы. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».